За выходные только в Красноярске сотрудники ДПС задержали более 85 пьяных водителей. Останавливали машины в трех точках – в районе мясокомбината, на улице Партизана Железняка и на Мичурина. По традиции проверяли каждую машину. Если состояние водителя вызывало подозрение, то ему приходилось проходить тест на наличие алкоголя в организме. По словам сотрудников дорожной полиции, подобные меры необходимы, чтобы хоть как-то снизить количество аварий на дорогах города и края. Однако пока у многих водителей нет понимания, что когда они садятся за руль в состоянии алкогольного опьянения, то подвергает опасности других участников дорожного движения. Подобные рейды в Красноярске проводят каждые выходные. Стоит отметить, что наказание за нарушение ужесточили. Грозит лишение права управления на 1,5 года и штраф в размере 30 000 рублей. Те, кто повторно, возбуждение уголовного дела и ответственность здесь уже более серьезная. Это штрафные санкции от 200 до 300 000 рублей и 480 часов исправительных работ.